Дань, с дебютом за сборную, с возвращением, расскажи свои впечатления о игре за национальную команду. Спасибо, ну, приятный вызов. Старался показать все свои лучшие качества на этом сборе. Ну, надо еще лучше, еще стремиться прогрессировать. Много с кем подружился, успел пересекаться по играм за Академию? С некоторыми уже лично знаком, пересекался в разных командах, когда был на просмотре, то есть с некоторыми лично знаком. Как, в принципе, атмосфера в сборной, потому что это достаточно новое для тебя? Мне понравилась атмосфера, тренерский штаб, очень хорошие тренера, много нового узнал от них, то есть хороший сбор, хорошая атмосфера в команде была. Тяжело ли после сбора сразу на игру, по сути, без раскачки? Ну, немного было, да, немного не установлено. Ну ничего, это так, наверное.